И всем привет, друзья! Недавно в игру добавили новую снайперку с 20 мм. И у меня хорошие новости. Кажется, она неплохая. Наверное, сейчас некоторые удивились, услышав мой голос в начале видео. Так как я ранее не делал видео подобного формата, я очень надеюсь на вашу поддержку в виде лайков и в виде комментариев. Если вы хотите видеть подобного формата видеоролики, напишите обязательно в комментариях. В данном видеоролике я хочу продемонстрировать геймплей и сказать свое мнение относительно данной снайперской винтовки. Я поиграл с ней несколько игр, и она мне очень понравилась. Очень хороший АДС, хорошая скорость выстрелов, неплохая подвижность, ну и конечно же ваншот голову на любой дистанции без каких-либо модулей. Но мне понравилось играть с данной снайперкой не только на дальних дистанциях, но и на средних дистанциях. Обычно по бегущему противнику сложно попасть с первого раза в голову, но даже в том случае, если вы не попадете в голову, а в корпус, вы можете допушить его со своего второго оружия. На пару с данной снайперкой я бы советовал взять какую-нибудь ППшку, ну или дробовик. Но данный геймплей требует очень много концентрации и подвижности, поэтому для тех, кто играет 4 и более пальцев, я думаю, подобный геймплей очень зайдет. Лично мне очень понравилось играть со снайперской винтовкой ZRG 20 мм, как на дальних, так и на средних дистанциях. А на этом я заканчиваю, друзья. Такое короткое мнение относительно данной винтовки. А вам желаю приятного просмотра.
coming. Thank you.